Маленький такой, целоваться любит, да? Любит, да, целоваться любит. Ты же без поцелуев никогда никому нельзя, да, нельзя. Ты мой хороший. Что мой хороший? Что? Давайте все это выдрать, шерсть чуть-чуть. Вычесывать. Его надо выдирать. Или так как? Выдираем потихоньку. Обдирать. Ну, потихоньку, да, уже сходит. Целуйтик. Целовальник. Да, ну, правильно. Внимание столько. Вот теперь вот он и пользуется. Угу, я хожу тут убирать, так он ходит за мной. Да? Куда я, туда и он. Красота. Давай я тебе поглажу нос. Не надо? Не надо, говорит, тоже целовать. Тоже, говорит, целую. Да, гладить, целоваться надо. Вот. Нос подставляет. Почешите меня. Это кто тебя научил целоваться? Он научился уже этот замок открывать. Видите, замок повесил. Берет носом так раз. Да? Же я очень грамотный верблюд. Читайте меня. Да? Очень грамотный. Очень грамотный. Тебя маленький. Избалуют здесь, Кеша. Мы тут всех балуем, а что тут делать? Всех. Нам тут все потом на шею залазят, да, и катаются. Ой, говорит, хорошо, говорит, солнце. Да, он тут лежал, свою вытянул, он такой довольный. Ну ладно. Что с твоими руками пришла? А мы ему бы морковь стали давать, он... Наелся. Он не сыт. Он сытый, конечно. Как-то они без это, без эмоций. Ты же сегодня лошадки я ел яблоки. Под... Я не знаю, что они хотели, но уже все подошли. Морковку все отвернулись и ушли, говорит, достала уже морковка. Яблоки все хотят. Все ждут бананов. Да? Скажи бананов. Бананов и яблок, да. Да. И бананов, и яблок.